А что будет, если спектакли станут не нужны? Над таким вопросом решили подумать уссурийские актеры перед своим профессиональным праздником. И сделали это, как обычно, творчески. За 3 дня, а точнее 3 ночи, получился сценарий концерта «Капустника». Делось там кино, да, 100 лет назад. Говорили, театр, все, театр умрет. Родилось телевидение, театр умрет. Интернет, театр умрет. Театр жив и будет жить всегда. И мы вот это еще раз утверждаемся вот в этом спектакле «Капустники». Это наша любовь к театру, это наша, вот, наверное, откровенность в каких-то моментах. Зритель узнает нас немножко, может быть, с другой стороны даже. О театре, профессии актера, участники действа по душам поговорят со зрителем. Чтобы диалог получился, репетируют уже неделю. Концерт почти на 3 часа, весь соткан из новых номеров, потому работы хватает. Но формат смелый, артистам нравится. Можно похулиганить в свой праздник, себя отпустить, где-то подшутить друг над другом, чуть больше, чуть меньше. Это все дело как-то так завуалировать в шутки и просто кайфануть, на самом деле. Просто получить удовольствие и себя поздравить, и зрителей поздравить, и расслабиться. Всемирный день театра отметят в понедельник. Для работников сцены это как Новый год или общие именины. Повод очень важный и личный. И артисты военной сцены Уссурийска хотят разделить праздник с любимым зрителем. Большой концерт «Театр навсегда» намечен на 26 марта. Стоимость билетов от 300 рублей. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.